Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поприветствовали участников интеллектуальной игры «Росквиз». Викторина прошла в Доме культуры поселка Горки-10. Как сообщила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова, игра была приурочена ко Дню народного единства. Из-за временного локдауна ее провели несколько позже. Участие приняли учащиеся 8 и 9 классов местной школы. Всего 6 команд, по 4 человека в каждой. В завершение встречи все участники получили подарки от местного отделения и сторонников партии.